Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировская область рассчитывает на реструктуризацию своих долгов. Такую программу запустят в России с 2018 года. Она рассчитана минимум на 7 лет. Регионы смогут выплачивать по долгам по бюджетным кредитам в год по 5% суммы. По словам президента Владимира Путина, такие льготные условия будут работать в первые 2 года. Затем можно будет получить дополнительную рассрочку. При принятии решения по ней будут оцениваться различные налоговые показатели. Госдолг Кировской области сейчас примерно 27 миллиардов рублей. На бюджетные кредиты приходится 17 миллиардов. Программа «Экономика». ЮТЭЙР может вернуться в Кировскую область. Переговоры с авиакомпанией ведет региональный Минтранс. Об этом рассказал депутатам УЗС министр транспорта Михаил Поршнев. Помимо ЮТЭЙР обсуждается сотрудничество с уральскими авиалиниями. Сейчас аэропортом Победилова работают 9 авиакомпаний. ЮТЭЙР покинула Кировскую область в 2015 году после 5-летнего сотрудничества. По мнению экспертов, перевозчик не выдержал конкуренции с лоукостером «Победа», пишет Айкиров. Экономика на 101 FM. Кировчане сокращают расходы на еду вне дома. Эта тенденция наблюдается уже 2-й год подряд. Оборот общепита за 8 месяцев составил 7 миллиардов рублей. Он снизился на 4,5% к соответствующему периоду прошлого года. А в 2016-м сократился на 12% к 2015-му. В прошлом году каждый житель области на питание вне дома в среднем потратил 8 тысяч рублей. С учетом инфляции цифра за год уменьшилась на 1 тысячу. По этому показателю Кировская область занимает 29-е место по России – и третье в Приволжском округе. Отмечу, что кировчане лучше обеспечены барами и кафе, чем столовыми и закусочными. В заведениях последнего типа на 1000 человек приходится 14 мест, в ресторанах и барах 21. Завершение в валютах. Доллар сегодня 58 рублей 1 копейка, евро стоит 68,17. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.